Так, отличный денек, чтобы на животных посмотреть. Лев, да? Лев? О, помогите! Выпусти меня, говно! И сиди там, какие выпусти, с ума сошел, ты лев! А ты кто? Зебра, да? Зебра! Зебра? Дебил, дебил. Так, а тут кто? Бегемотиха, а ты угадай, кто. Да. Ну ладно, прикольно, прикольно, пойду других посмотрю. Вы тут сидите, развлекайтесь. Стой, вернись. Выпусти нас! Пожалуйста, помоги нам, выпусти! Чего бы это? Мне уже быть в клетке. А что мне за это будет, а? Что будет? Ну мы тебе лайки поставим, кучу лайков поставим. Да, ребят, пожалуйста, давайте, помогите нам. Поставьте лайк. Много лайков, много. И тебе тоже, лев? Да. Ладно. Так, а как я вас выпущу? Там охранники за спиной, а вдруг они меня... У меня есть план. Ну? Смотри. Какой план? Ладно. Его-го! Лев, помогайте мне, они на меня не смотрят? Не, нормально, нет? Давай, вырубаем. Еханый бот, на тебе, нормально. Ой, выпусти, пожалуйста. Я пожалею. Выпустить мог, на самом деле. Да, нормально, так. У тебя не работает рычаг. О, все. Бегемотиху. Да, он уже тут. Так, все. Может быть, для начала хотя бы познакомимся? Давай ты первая. Да, давай. Я Глория. Да. Лев, давай ты. Я Алекс. Зебра? А я зебра такая, он Марти меня зовут. Я стесняюсь, но мне мама дала имя Пеппа, но друзья меня Пипун называть, можете вот так называть. Хорошо, Пипун. Так, что дальше? Я вам больше не нужен? Нужен. Нужен. Ну ладно, пошли. Так, давайте, куда идти, что делать? Ты можешь помочь нам выбраться, пожалуйста, из зоопарка? Короче, у вас есть какая-то карта, я там помогу вам сориентироваться и выбраться отсюда. А что это на Алекса смотрит? У меня ничего нету. Я вообще тупой лев. Как я знаю, недавно повесили новую карту полностью всего этого зоопарка к Ярику. Это варан, и он находится в клетке напротив, поэтому нам нужно туда как-то... Я к этому Ярику не пойду. У меня с этим Яриком такие еще рамсы. Он мне ногу чуть не откусил, понимаете? Да, пошли, зебра, я помогу, я раскидаю его. Я туда не пойду. Нас больше. Нас четверо. Пойдем. Тупой осёл, пойдем. Я в клетку обратно. Залезай. Оставляю, лев, оставь его. Давай. Все, пошли. Нет, я не оставляю тебя. Полосатый бесит всех, понимаешь? Ты все-таки с нами или как? Все с вами. Ну, пошли, давай, ведите, я не знаю, куда идти. Я знаю, я в этом зоопарке родился, тут самое главное лично. Прячьтесь, вы так не бегите, а то вас охранники спалят. Самое главное, чтобы нас никто не заметил, ни посетители, ни охранники. Да. Ну, у меня можно. Море большая попа. Что? Привет. Это Ярик, это еще один Ярик, ему все равно. Так, давайте. Так, быстрее, забираемся. Вперед. Паркур. Что тут? По дереву. Где я? Ой. Я сразу предупреждаю, Ярик, у вас будет не теплый прием. Я предупреждаю просто сразу. Че у вас за терки? Вот смотри, Ярик вообще купается, ему похрен. Бейте его! Лев, кусай за шею нахрен. Бегемотиха, растопчи его! Что я и так стараюсь! Давай, Пипун! Давай, попой! Все! Все, прижала! Все, Пипун справился! Хорошо так прижала! Да, так! По идее, карта должна быть внутри, смотрите! Вот смотри, так! Я какой-то секретный проход тут вижу, смотрите, по центру! По карте? А кто в центре живет, а? Кто знает? Пингвины! Да, пингвины! Пойдемте к пингвинам, узнаем, что там да как, пойдемте! Ну вы подождите, не так быстро, нас тут спалят. Тут есть одно секретное место. Вот, антенна, за мной. Подождите, господи, не бегите вот так. Я вообще-то не такая уж и худая. И мне немножко трудно передвигаться. Ты попку подними и беги. Пошли, давай, куда идти? Давай, ломайте дерево, вот сюда. Это антенна? Это твое секретное место? Зебра, ты вообще тупая или что? Давай! Нет, не толкайте, упаду же. Быстрее, Пипун! Ты три не сказал, ты сказал насчет три! Стойте, я боюсь идти, оно подо мной не проломится? Не, мы все втроем прошли, давай. Вот так вот, да? Меня да. Сейчас... Лошадь потеряли! А это кто такой? Нашли. Где? Кто? Посетитель, валите его! Ой! Бейте посетителя! О, пингвины, здрасте!
Здравствуйте, так, тут главный шкипер, надо поговорить со шкипером. Шкипер, нам нужно срочно выбраться из зоопарка. Как нам это можно сделать? Я знаю, что ты знаешь все в этом зоопарке. Ребятки, я вам помогу выбраться, но у меня есть одно условие. Нужно дождаться ночи, чтобы посетителей не было, тогда я вам все расскажу, только вы нас не забудьте взять. Пока что можете посидеть в моем бункере, он там снизу находится, люк откройте, залезете и можете там сидеть. Я только не уверена, что я смогу пролезть в этот люк. Ребята, да ты не переживай, давай. Давай. Вот можете, пожалуйста, помочь протолкнуть. Давай. Толкали. Залезай. У нас проблемы. Опа. Спасибо. Зебра, давай, ты следующая. Точно. Помогите. Давай, толкай. Все. Лиса. Лиса. Вали лису. Давайте ее убьем. Какая лиса? Шпион. Бейте ее. Так, ну, так, ну ждем ночи. Да, давайте. Давайте. Ой, так, ждите. Так, животные, я, короче, поговорил с шкипером, он сказал то, что в конце нас ждет вертолет, вы, короче, сядете и улетите. А я потопал домой, все, я больше вам не нужен. Пока. Пока. Мы же не умеем. Стой. В смысле? Мы же не умеем управлять вертолетом. А я что? Не, ну я тренировался немного, ну... Я справлюсь. Ладно, потопали. Потопали. Мне, кстати, кажется, что нам понадобится вот это, то, что в сундуке. Давайте возьмем немножко. А что там? Давайте. Чур я взрываю. А чтобы взрывать-то собрались, вы еще не понятно. Да? Ну тут же TNT, башку твою взорвем. Ну, возьмем, ладно, потопали. На всякий случай, мало ли пригодится. Потопали. Ладно, да, парк взорвем. Давай. Открывай. Все. Так. Ой, а теперь откройте, пожалуйста, мне. Я застряла в дверном приеме. Вытащите, пожалуйста. Подай, помогите, где давай. Я? Куда этот дебил уже пошел? Лев, что там с львом? Лев, успокойся. Все, не пиши, мы тут. Все, пробегаем, не переживайте. Что, куда идти, непонятно. А шкипер вообще сказал, куда нам идти, а? Ладно, пойдем просто вперед. Вообще какая-то канализация, что-то такое. Опа. А кто-то нас тут полетел. Паркур. Какой паркур? Давайте вперед, побежали. Бегемотика, ты там прыгай давай. Ой. Вперёд. Так, ну взрываем? Что взрываем? Я пошутил. Наоборот, пойдем. Нельзя привлекать внимание. Вот, смотрите, за нами шкипер пошел. Давай. Пошли. Охранники уже ищут. Ладно. Так, вот тут... Ребят, видимо, мы не зря взяли лопаты. Давайте, копаем быстрее. О, они все пришли, смотрите, Нормально. Быстрее. Копаем. Пускай они копают, я постою тут. А долго копать? Куда мы вообще копались? Смотрите, тут какой-то люк. Дай посмотрю. Ну, лопатой мы его уже точно не вскроем. Нужно что-то другое придумать. Вот. Я знаю, что нужно делать. Уйдите. Нет, я сказал. Уйди, Лев, уйди. Я сказал, я буду взрывать. Если что-то будет взрывать. Так, все. Да твою мать, дебил! Бегите! Чего? Так. Ой, а что так все взорвалось? Поехали! Куда поехали? Да. Ой! Мне кажется, шкипер уже жалеет то, что нас взял с собой, а? Все, мы наверху. А шкипер там еще жив остался после того взрыва? Они вот там. Так, сейчас. Да они и похлеще выживали. Сейчас наверх, да, нужно? Так, наверх. Нам нужно идти наверх. Смотри, заметаем следы. И не нужно. Ребят, смотрите, вот и вертолет. Да, вертолет, он не врал то, что тут есть вертолет. Так, ну что, в принципе. Давай, быстрее, пипер, садись. Давай, куда садиться? Все на меня ждите! Давай! Все, летим! Давай эту тупую зебру здесь, полетели. Кажется, перегруз из-за моего веса. Да, нормально, долетим как-нибудь. Ой! Куда лететь? Где Лев? Да, в жопу! Да в жопу это Лева! Давай, полетели! Я садиться не умею. Так, все. Ой!